Астана в этом году отметила свое 20-летие. Основные праздничные мероприятия прошли, а салюты отгремели. Кое-кто уже подвел итоги развития главного города страны, ну а мы в очередном выпуске программы «Бизнес и закон» решили поговорить о том, насколько в столице бизнес вести комфортно. С какими проблемами сталкиваются местные предприниматели? Какие госорганы наглеют больше всего? Обсудим прямо сейчас. Я Константин Харламов. Здравствуйте. Сегодня вы увидите. Беспредел с землей не заканчивается. Почему даже в столице чиновники не упускают возможности отобрать участки у граждан? Это ваши проблемы. Налоговики порой требуют бизнес устранить несуществующие нарушения, но сами не знают как. Выход есть. Проблемы предпринимателей можно решить. Важно знать, куда обращаться. Статус столицы придает Астане особое значение. Здесь принимаются главные решения для страны. Этот город должен быть образцово-показательным для всех, в том числе для чиновников и предпринимателей. Однако на деле порой даже в главном городе Казахстана происходят вещи, которых, казалось бы, быть вовсе не должно. И тем не менее, как можно лишиться земельного участка по прихоти чиновников, расскажем прямо сейчас. История Наили Айтмухамбетовой стара как мир. Ее семья продала почти все имущество и приобрела два земельных участка по 40 соток каждый, чтобы в последующем совместно с партнером строительной компании построить многоквартирный жилой дом. Участок был готов, партнер нашелся. Стали заниматься эскизным проектом, подготовкой проектно-сметной документации. Вложили 50 миллионов тенге. Однако вдруг начались проблемы. В 2016 году Управление земельных отношений города Астана усмотрело нарушение. Якобы участок используется не по назначению. Тут же выписывается предписание. Все процедуры проходят крайне в ускоренном режиме. Суд, решение и один из участков просто забирают. Где написано, что за длительное неосвоение земельных участков надо привлекать собственников к административной ответственности и принудительно изымать, государственные служащие акимата города Астаны не смогли нам показать ни один документ. И я могу сказать, что сами же представители управления земельных отношений, они вводят в заблуждение судей. И судьи берут их доводы во внимание. Чиновники на этом не останавливаются. Тут же направляются документы в налоговую, от которой выходит еще одно предписание – взимать 10-кратный налог с владельца земли в связи с нарушениями. Потому что выгодно было, наверное, кому-то изъять этот участок. Сейчас же нет участков свободных в Астане. И я могу точно сказать с уверенностью, что социальную напряженность среди граждан, среди юридических лиц создают именно государственные служащие. Давление на предпринимателей растет. Бизнес, не успев родиться, вынужден уже готовиться к тому, что его вскоре закроют, а имущество отберут. Остается обратиться к палату предпринимателей. Специалисты региональной палаты Астаны разобрались в деле и отвоевали участок, который был, как оказалось, незаконно изъят. Вот этот беспредел, что пошло с нашими земельными участками, благодаря палате предпринимателей города Астаны мы отстояли. Я считаю, что именно такая палата, юристы данной палаты, они очень сильно нам помогли. Я даже, знаете, когда выходила с судов, я им всем говорила, в здании городского суда, и говорила, идите в палату предпринимателей, идите в национальную палату Атамекен, идите, пишите, жалуйтесь. Не надо писать ни министру, ни прокурору, идите в палату, они вас защитят. Вопрос Наили Айтмухамбетовой практически решен. Осталось лишь отменить многотысячный налог, который также был начислен незаконно. Мы будем следить за этой историей. Еще один случай в Астане, только на этот раз в роли главных фокусников выступили представители департамента госдоходов. Правонарушение они придумали, но вот как его устранить, ответить не смогли. Хорошо, что справедливость восторжествовала. А дело вот в чем. Открыли люди по одному юридическому адресу магазин и бар. У каждого свой кассовый аппарат и все вроде в порядке. Но тут приходит проверка и выясняется, что каждый кассовый аппарат должен быть зарегистрирован отдельно по одному и тому же юридическому адресу, но на разный вид предпринимательской деятельности. Как это сделать – большая и сложная загадка. Как могут две кассы осуществлять разные виды деятельности по одному юрадресу? И было требование, чтобы мы разграничили, зарегистрировав одну кассу на одну вид деятельности, вторую кассу на второй вид деятельности, что фактически по действующему законодательству невозможно.
Данное разъяснение мы пытались объяснить госоргану, однако наше разъяснение не было принято, и дело было направлено в суд. На данном этапе подключились специалисты Палаты предпринимателей Астаны, за счет чего удалось доказать, что действия и претензии фискалов незаконны, так как сами фискалы не знают, как этот несуществующий нюанс устранить. Еще один случай пришел в Астану из Алматы, где работает компания, которая предоставляет консалтинговые услуги, то есть помогает по бухгалтерским и другим отчетам. Поразительно, но доказать свою правоту удалось лишь в Верховном суде. Шла в одной компании налоговая проверка за определенный период. И вначале вроде все было хорошо, но по завершению проверки выяснилось, что компании грозит существенное доначисление и пеня в размере 50% от доначисления. Пришлось выяснять отношения в суде, хотя, по мнению специалистов, к сожалению, далеко не все предприниматели желают тратить время на споры с государственными органами и тем более выяснять отношения в суде. Не все идут как бы обжаловать и обращаются, потому что зачастую у малого бизнеса на самом деле не так много времени, там бывает 1-2 руководителя, не так много подчиненных, и они все задачи решают сами. И вовлекаться в процессы по обжалованию, поиску юристов, консультациям, они в это время лучше пойдут деньги зарабатывать. Тем не менее, дело дошло до суда. Но даже при вмешательстве специалистов Палаты предпринимателей суды в первых двух инстанциях были проиграны. И все же компания решила бороться до конца и пошла в Верховный суд, где ее доводы были услышаны. В итоге все уплаченные налоги и пени предпринимателю были возвращены. Наше профессиональное мнение подтвердилось, потому что для нас это тоже очень важно, как для аутсорсинговой компании. И весь процесс был достаточно комфортным, потому что на всех этапах судебного процесса юристы палаты нас поддерживали, помогали, советовались между собой, даже в какие-то внутренние организационные моменты, когда они друг другу нас перенаправляли, для нас это было очень удобно. Хорошо, когда все хорошо заканчивается, но закрадывается вопрос, до каких пор представители государственных органов будут кошмарить отечественный бизнес и ставить его перед выбором закрыться или наскрести все, что можно, и все же выплатить пусть даже вымышленный долг и штрафы, лишь бы тебя оставили в покое, хотя бы на время. Обсудить тему сегодняшней программы к нам в студию пришли руководители Палаты предпринимателей города Астаны Ален Тулькубаев и столичная бизнес-леди Мольдер Минцулу. Здравствуйте, господа и дамы. Спасибо, что вы сегодня с нами. Ален, первый вопрос, наверное, к вам. Вот первое полугодие 2018 года прошло. Палата уже не один год работает. И вот к сегодняшнему дню с какими результатами Палата подходит? Можно сказать, что начать с того, что одним из направлений деятельности Палаты является защита прав. По этой линии у нас в этом году за полгода поступило более 140 обращений, 35 из которых решены положительно, 50 находятся в работе. Если переходить к цифрам, то непосредственно больше 2,5 миллиардов тенге мы защитили, отстояли. Mm-hmm. Если сравнивать с итогами прошлого года, то это более 250 обращений поступивших. Примерно 40% из года в год эта цифра остается на этом уровне. Решено положительно, 10 находится в работе. По деньгам это более 4 миллиардов тенге защищенных имущественных прав. Угу. Ален, как-то вот 2 года сравнивать. Понятно, что сейчас только полгода прошло. Тем не менее, интенсивность обращений предпринимателя увеличивается. То есть предприниматели понимают, что можно прийти в Нацпалату и тебе помогут? Мы сейчас непосредственно работаем в тесном контакте с бизнесом, мы придумываем новые площадки, встречаемся с бизнесом без галстуков, в неформальной обстановке, и всех бизнесменов призываем обращаться в палату. Я сталкиваюсь в повседневной жизни с тем, что есть 2 категории предпринимателей сейчас. Те, которые не знают об Атамекене, им приходится рассказывать об Атамекене, они с удовольствием принимают и понимают уже, что можно обращаться в Атамекен. И те предприниматели, которые настроены негативно, к сожалению, но после встречи с нами они понимают, что такое Атамекен,
какую пользу они могут получить от этого в целом, и какие результаты у нас есть. И после этого они меняют свою точку зрения. Угу. Мульдор, ну вот вопрос к вам, как представительницу того самого бизнеса, столичного, в частности. У вас какое отношение было к этой Мигине? Изменилось ли оно вообще восприятие вот этой организации? В последнее время, да, потому что у меня появилась достаточно серьезная проблема с правительством другой страны. И я не могла найти выход из ситуации. Но я, как и многие предприниматели, не понимала функционала Томикена. Как бы мы, предприниматели, не даем на это акцент, так как есть у нас свои заботы, у нас есть, зачастую многие бизнесмены проходят через проблемы с налоговым комитетом, внутренние какие-то правовые судебные решения у нас бывают тоже. И мне пришлось обратиться. Я скажу, что дело, в принципе, идет своим чередом. Довольно-таки сложный процесс, но юристы, представители Атамикена достаточно мне хорошо в этом плане помогают, подсказывают и даже готовы, если придется, судиться и предоставлять услуги адвоката от себя, то есть в защиту меня. Ну, то есть через вас Наспалата, я так понимаю, уже выходит на международный уровень, если у вас проблемы там, с другим правительством? Меня это очень сильно удивило, когда я узнала о том, что это возможно. Так как любому предпринимателю достаточно очень дорого нанимать юристов в другой стране, тем более если это Европа, там колоссальные суммы. И меня это очень сильно впечатлило, и я надеюсь, что мы придем к какому-нибудь решению проблемы. Будем надеяться, что у вас все решится. Ален, ну... Насчет обращений, я так понимаю, что вот вопросы те самые такие больные, они вот из года в год остаются или все-таки какая-то динамика или может быть где-то что-то присутствует? В целом из года в год структура проблемных вопросов, по которым обращается предприниматель, она остается одинаковая. Угу. Где-то больше, где-то меньше. Например, по итогам полугодия можно вот такую статистику привести. 22% это вопросы госзакупок. Угу. Ну, проблематика понятна. Да. Более 20% это вопросы земли, архитектуры, строительства. Астана интенсивно застраивается. В связи с этим у предпринимателей возникает много вопросов. Местные исполнительные органы не успевают обрабатывать все эти заявления, через комиссию все пропускать, согласование с архитектурой, с ГАСКом, с земельными комитетами и так далее. Поэтому имеет место быть такие обращения. 16% это гражданско-правовые споры между самими субъектами предпринимательства. Но здесь мы больше выступаем как медиаторы, потому что и те, и другие являются нашими членами. Я, кстати, знаю, что Наспалата сейчас вот развивает вот именно это направление, чтобы вот именно вот как-то сумели, может быть, в досудебном порядке как-то решать эти вопросы, да, договариваться с бизнесменами. Как вы знаете, в структуре Атамикена есть Центр арбитражно-стратегического разбирательства, и он свою работу сейчас налаживает. И 10% это вопросы как раз-таки налогообложения, там, где предприниматели сталкиваются с этими проблемами. Кстати, на площадке Атамикена в прошлом году была создана апелляционная комиссия вместе с Министерством финансов, на которой очень даже положительные результаты можно посмотреть. Ну, вопрос могу вам обоим задать. Допустим, вот количество обращений, понятно, земля, налоги, госзакупки, больной вопрос, да, тем не менее, вот до сих пор, вот много, вернее, говорится о том, что Нацпалата заключила меморандумы, сотрудничает тесно очень с Верховным судом, с Генеральной прокуратурой, с Агентством по делам госслужбы противодействия коррупции, да, вся эта работа идет, все это очень хорошо, и тем не менее, у нас как-то не увеличивается, не уменьшается количество обращений, связанных с земельными вопросами, с налогами. Это, вот, на ваш взгляд, это какие-то все-таки чиновники где-то пытаются, ну, или вот надеются, что где-то авось прокатит, или где-то не заметят? Вот почему до сих пор все так, на ваш взгляд, происходит? Ну, на самом деле, мне кажется, это мое мнение, ту госмашину, которая, госмахину, даже я бы сказал, которая сейчас вот создана в Казахстане, работает, ее очень сложно развернуть сразу, в одномоментно. Поэтому для того, чтобы все эти изменения нашли свое применение на практике, непосредственно, чтобы бизнес почувствовал облегчение, должно пройти не один год. Вот. То есть постепенно должен быть. Да. И мне кажется, все-таки нужно, это и руководство Атамикена отмечает в каждом своем выступлении, что нужно усиливать ответственность чиновников. За вмешательство в нашу деятельность.
Мульдер, вы как думаете, почему у нас чиновники до сих пор заигрываются, как говорится? Ну, насколько я правильно понимаю, исправьте меня, только 8 июля был принят новый закон, который откорректировал, также участвовал Атамикен, Министерство национальной экономики. Но я скажу, что вообще, когда разрабатывался закон, вот я как человек со строительной сферы, я уже чувствовала облегчение. Там есть очень много преимуществ, то есть у нас нету таких рамок, в которых мы раньше жили. То есть нам в любое время могли прийти проверки, нам, ну, то есть давайте говорить открыто то, что проверки в 80% случаев мы могли сами же, да, поддержать это, отдать деньги, то есть заниматься коррупцией. Угу. И как бы это у нас считалось нормой. Но благодаря... То есть был момент, когда, что называется, легче заплатить? Да, угу. Да. Ну, это также, знаете, проблемы и в предпринимателях, потому что многие неправильно делают документации или неправильно выбирают себе юристов, которые составляют некорректно договора, контракты или не проверяют заказчиками. И проблема в самих предпринимателях, склада ума. То есть это если также предприниматель со своей стороны будет адекватно к этому всему подходить и понимать, что есть новое законодательство, и по закону ты можешь прийти в Атамикен, тебе помогут решить проблемы с государством. Также с предпринимателями инвестиционные, да, соглашения, правильно говорю, соглашения. Как бы тут проблема... Как мне кажется, не только в самой системе, которая уже существует, но и также в нас, предпринимателях. Угу. Ну, кстати, да, вот здесь вот вас поддержу, потому что руководство Нацпалаты не раз уже отмечало, что если бизнес добросовестный, то тогда ему можно помогать. То есть здесь не может быть игра в одни ворота, здесь также бизнес должен действовать по правилам. То есть из ваших слов можно сделать вывод, что постепенно, вот пусть небольшими, но вот такими поступательными шагами мы идем к тому, что давление на бизнес, оно как-то снижается. Да. Да, вот именно последнее законодательство, изменения, если честно, я на форуме слушала с удовольствием, угу. Большим удовольствием, и это облегчает, наверное, на 30% нашу работу. То есть, если к нам захотят прийти с проверкой, нам напишут за месяц, уведомят за месяц о том, что мы будем готовы к этому, по крайней мере. Угу. И это на самом деле очень, как бы, отлично для нашей сферы. Угу. Это радует, что сам бизнес признает, что есть какие-то уже, как говорится, хорошие продвижения. Да. Ну, Алин, да, да. Хотел бы комментарий. Угу. Здесь нельзя, конечно, забывать о том, что государство идет навстречу бизнесу. Бизнес абсолютно тоже должен брать на себя ответственность. Угу. И, соответственно, повышать уровень сервиса, повышать качество. Если тебя не проверяют, ну, будь добр, сделай так, чтобы без проверок у тебя не было жалоб. Угу. Алина, вопрос к вам. Вот вы постоянно с бизнесом работаете, что называется, на ежедневной основе. Уровень самих предпринимателей, он растет? То есть люди готовы учиться, то есть двигаться вперед? Мне кажется, да. Люди готовы. Сейчас новое время, много информации. И та скорость, с которой мы эту информацию получаем, она с каждым днем увеличивается. И поэтому мы должны здесь и бизнес быть готов, и палата должна быть готова, и госорганы. Вместе на тренде, в этом тренде соответствовать и меняться самим. Чтобы не было такого, мне легче там заплатить чиновнику, чтобы он от меня отстал, нежели, то есть, будучи юридически неподкованным, составляя неправильную документацию или еще что-то. Пожалуйста, двери Атамикен открыты. Любой может прийти, получить юридическую, налоговую, бухгалтерскую консультацию, составить бизнес-план. То есть мы готовы это делать, и мы это делаем. Каждый день у нас по 40-50 человек проходит обучение двухдневные. Это бизнес-школа, это бизнес-советник, бизнес-рост. Вот такие инструменты господдержки, которые оператором по которым является Атамикен. Вот, кстати, насчет обучения. Я так понимаю, что палата не только занимается защитой прав предпринимателей, но и обучение, новые программы, менторство. Я вот слышал, недавно совсем мероприятие было. Об этом можно, да, поподробнее? Да, вот мы буквально позавчера открыли школу наставничества. Такой институт, который давно был забыт.
В Астане это в пилотном проекте, в пилотном режиме сейчас запускается. Мы уже 17 человек подготовили, вчера вручили сертификаты. Это была сфера общественного питания. Там мультипликаторы, работники Атамикена, работники ассоциации КАЗ Логистикс и работники столичной ассоциации шеф-поваров. Они уже непосредственно проводили обучение и развивали способность обучать у наставников на производстве. То есть человек, приходя на производство, он уже будет попадать в руки подготовленному специалисту, который будет знать, с чего начинать обучение и с чем его заканчивать. Потому что предприниматель сам заинтересован в том, чтобы новый работник или студент, который пришел к нему на практику, он быстрее вник в весь процесс. Понятно. Ну, я так понял, что Астана вообще старается быть пилотным проектом, все это, как говорится, обкатать, учесть ошибки, и потом все это распространяется на всю страну, я так понимаю, да? Да. Очень приятно, что так происходит. Я буду прикладывать все усилия, чтобы и дальше было, результаты были более масштабные, наверное, более результативные. Вот по примеру Астаны, например, вы знаете, 1000 торговых мест уличной торговли, да, это было все, начиналось все с Астаны, выходило все это с Совета по защите прав предпринимателей, детские сады, программа Астана Такси, вот единая служба такси, вы знаете, да. Это все должно тиражироваться и в других регионах, я думаю, должны показать свои результаты. Ну, вместе с этим на вас, наверное, такая дополнительная ответственность, потому что вы первые, вы те самые первопроходцы, которым, может быть, наверняка свойственны какие-то ошибки, и в то же время на вас наверняка такое пристальное внимание и руководство страны, и руководство Нацпалаты, потому что, ну, Астана, как ни крути, столица все-таки, и здесь должно быть все самое лучшее и все самое правильное, я так понимаю. Я понимаю, что большая ответственность, но я готов это делать. Я максимально открыт для новых идей, новых предложений. Поэтому я сейчас хочу работу палаты полностью переформатировать. Вот сейчас подходит двухмесячный срок, как я получил назначение. Я надеюсь, все получится. Вот это переформатирование, можно о нем поподробнее? Ну, например, работа регионального совета. Они как голос бизнеса должны ставить техзадания перед непосредственно исполнительным органом, перед палатой, столичной палатой. Но, к сожалению, много проходит в таком протокольном режиме. Мы сейчас хотим эту работу перестроить. Мы не слышим сейчас бизнес. И бизнес не слышит нас. Мы будем развивать работу как информационного освещения, так и сбора предложений непосредственно от бизнеса. Мы хотим обновить кровь. Мы хотим включить в состав совета новых молодых предпринимателей, я их называю предпринимателей нового формата, новой формации. Да, это как раз вот такие, как Мольдер Минсулу, активные люди. Мольдер всего лишь чуть больше 20 лет, но она многих результатов уже добилась в сфере бизнеса. Поэтому, я думаю, нас ждут большие результаты. Мульдар, ну вот теперь к вам вопрос, как молодой предпринимательнице. Ваш взгляд, как должен бизнес взаимодействовать с палатой предпринимателей, как бизнес, может быть, должен взаимодействовать с чиновниками, то есть с госорганами? Вот, есть какое-то видение, предложение, может быть? Ну, у нас была вот недавно пробная встреча с Аленом Аманжоловичем. У меня есть мини-бизнес-ассоциация. Мы провели встречу для того, чтобы послушать предпринимателей со стороны, потому что участники группы абсолютно разных сфер. Там и производчики, там и рестораторы, там и страховщики. Алена Манжолов всегда соврать, то, что многие были агрессивно настроены. Они не понимали, к чему взносы, почему с меня требуют, чем вы мне поможете, а почему. То есть, ну, очень много агрессивного настроя. И я, смотря со стороны и слушая участников, я понимала, что они так же, как и я месяц назад. То есть они не понимают функцию, то есть видят в этом агрессию. Как будто с нас требуют деньги для того, чтобы просто это жило. Но когда мы начали развивать эту тему, более открыто давать объяснения,
дошли до понимания, то, что да, на самом деле это интересно, а в каких вопросах я могу подойти. И когда я рассказываю людям, что в Атамикине есть бесплатное образование, все как бы шокируются, говорят, почему бесплатное, а это все возможно. Подвох, да? Да, везде люди ищут подвох предпринимателя. И я на самом деле хочу сказать по себе то, что... Да, это бесплатно. Да, юристы, если есть вопросы, вы можете прийти, юристы вас проконсультируют. Что если у вас есть проблемы с госорганами, допустим, как у меня с налоговой, прийти и сказать, у меня проблемы, вот мои доказательства, мои документы, пожалуйста, помогите, и вам помогут. И я это говорю на примере себе. То есть как-то так. В целом, вот у молодого бизнеса, в вашем лице, допустим, какие пожелания, допустим, к властям города, может быть, к той же самой палате предпринимателей, к чиновникам, вот что нужно сделать, чтобы бизнес в Астане развивался, чувствовал себя комфортно? Конечно же, во-первых, это не выделять определенных лиц, а вот брать во внимание абсолютно всех. Допустим, берут активно сферу IT. Я не спорю, что это сфера будущего, но как бы есть строители, также молодые, как и я. Есть и другие остальные сферы, где как бы неинтересно в плане того, что это не актуально, не модно, и поэтому не уделяют этому внимания. Но по факту я не видела ни разу, когда собирают всех молодых предпринимателей, которые активны также в социальных сетях, которые также призывают за собой какой-то поток людей, молодежь, не ездить там по Дубаям, да, и мы знаем эту моду, а честно работать и брать образование из книг. Очень много сейчас бесплатных университетов, очень много грантов. Я сама отучилась по гранту, очень много грантов в Казахстане. И государство, в принципе, дает развитие. И хотелось бы видеть вот эту активность именно ко всем предпринимателям. Не только там IT или какие-то новые технологии. Честно, ко всем молодым предпринимателям. Мы нуждаемся в этом внимании, потому что большинство из нас не обучены. Такие, знаете, как маленькие дети, которые учатся делать шаги. И для нас это на самом деле необходимо. Потому что, в принципе, для нас есть угроза. Это наше незнание, неподкованность в законодательстве. Понятно. Алена, у вас вот есть возможность, что называется, обратиться, может быть, к предпринимателям. Есть, наверняка, пару слов, что сказать. Спасибо. На самом деле, я вот всем говорю, что двери открыты. Пожалуйста, приходите в Атамикен. Мы поможем всем. Если мы... Понятно, что все проблемы мы решить не сможем. Есть проблемы с законами. Их решает Национальная палата на республиканском уровне. Но на местном уровне где-то поменять, где-то что-то внести, какие-то предложения. Максимально будем прилагать все усилия. Пожалуйста. Спасибо. Что ж, я благодарю вас за то, что вы пришли. Состоялся, я думаю, интересный у нас разговор. Вам, Ален, конечно, удачи в вашей работе, чтобы бизнес вас слышал, чтобы бизнес к вам обращался. Хотя пусть меньше обращается, пусть будет меньше проблем. В то же время, чтобы вы очень оперативно могли решить любые вопросы, в частности, с госорганами. Вам, Мульдар, спасибо, что пришли, спасибо, украсили большое наш эфир. И желаю, чтобы ваш вопрос побыстрее решился. Спасибо. Спасибо вам. А на сегодня у нас все. Увидимся через неделю в этой студии. Спасибо за внимание. Удачи вашему бизнесу.